1 сентября на студенческую скамью. Осенью в Казани откроется учебный центр Федеральной антимонопольной службы России. Вопрос его создания обсудили в Доме правительства. В совещании приняли участие статс-секретарь, заместитель руководителя Федеральной службы Андрей Цариковский и первый вице-премьер Татарстана Равиль Муратов. В столице республики будут готовить специалистов в сфере антимонопольного законодательства для всех регионов страны. Впрочем, интерес к центру подготовки кадров проявили и зарубежные страны. Очень много там будет коллег из СНГ, очень большой спрос у наших. Сейчас, как вы знаете, образовался Евразийский союз, образовалась Евразийская комиссия и соответствующий там департамент создан по конкуренции, по государственному заказу. И мы тоже сейчас работаем в очень тесном сотрудничестве. Вот наши первые коллеги.